На прошлой неделе в муниципалитете возникла ситуация с ухудшением качества вывоза отходов с мусоросборочных площадок. Власти оперативно отреагировали на происшествие и провели встречу с представителем Каширского регионального оператора, который занимается утилизацией отходов на территории нашего округа. Проблема возникла из-за отказа возчиков от выполнения своих обязательств. Неделю назад ровно, да, в пятницу или когда-то, в связи с задолженностью регионального оператора перед двумя возчиками, которые здесь были на территории, они просто пришли честно, послали нас, и те короткое время до переговоров, которое было, оно не позволило им продолжить работу в предыдущую субботу. С тех пор ситуация стала исправляться, и уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону. С одним из возчиков мы провели переговоры также в прошлые выходные и достигли взаимопонимания и по оплатам, и по дальнейшему сотрудничеству. Поэтому со среды этой недели вся техника в количестве 10 единиц она была уже на линии у этого подрядчика, плюс оставшаяся техника обеспечивается со стороны генерального подрядчика компании «Эколайф» и продолжает работать на территории техника МУСОВС. Также поднимался вопрос о замене серых баков на контейнерных площадках. Некоторые из них ломаются в процессе неправильного захвата бригадой мусоросборщиков. Глава округа поручил исправить проблему в течение 2 недель. На встрече присутствовали представители Министерства ЖКХ Московской области, члены отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и руководители управляющих компаний. Все актуальные вопросы в сфере ЖКХ были рассмотрены, в том числе и возможный переход на прямые договоры между жителями и региональным оператором. Мы, конечно, вместе с управляющими компаниями вынуждены, хотите не хотите, будем защищаться. Либо вы принимаете, поддерживаете нашу позицию по ДК-0 в министерстве, мы ее ставим и фронтально все переходим. Либо же будем, значит, возбуждать жителей и переходить на прямые договоры, да, что вам от этого легче не будет, будет что-то хуже вам от этого. В настоящее время работа по вывозу мусора в Ленинском городском округе производится в штатном режиме согласно графику. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.